Русские матрешки, русские матрешки. Песни, танцы и стихи. Уникальный фестиваль народных талантов набирает обороты. Как выяснилось, самарцы талантливы в любом виде искусства. В собственном дворе под открытым небом развернулся настоящий концерт. Любой желающий может показать, на что способен. Любовь Агапова долгие годы пела в душе. И вот, наконец, представился шанс покорить большую сцену. Сейчас бы хотел найти какой-то коллектив. Уже пора, наверное, дарить таланты свои жителям города. Ну, то есть петь очень люблю, ежедневно пою дома, на кухне, в комнате, люблю танцевать. Вот такие мои таланты. В эту ночь я была молодая, мы с тобой остались такой. В эту ночь я была молодая, мы с тобой остались такой. Участвуют все, от мала до велика. В жюри представители районных администраций. Они оценивают по нескольким параметрам: исполнительское мастерство и художественную выразительность, оформление программ и культуру исполнения. Опять сложно без микрофона. Следующий наш участник. Ну нормально, сегодня с музыкой, да и с баяном вообще отлично. Молодцы. Просто устроителям. Вот, браво. Так зачем объяснять помножь, что такое любовь? В конце каждого творческого дня подводят итоги и отмечают лучших участников городского конкурса талантов. За время проведения праздника самарцы споют и станцуют более чем на 50 площадках во дворах и парках. Фестиваль «Наши таланты. Любимой Самаре» продлится до середины сентября. Валерия Квасневская, Максим Гусев. События.